Многолетний профессиональный опыт, невысокая квалификация не спасут рабочего человека от беды, от травмы, от смерти, если он нарушит основные правила безопасности труда. Не случайно говорят, что инструкции по охране труда и безопасности движения поездов написаны кровью. Это не образ, это суровая действительность. За каждой буквой инструкции горький опыт предшественников, их ошибки. Так уж лучше учиться на ошибках других, чем совершать их самому, платить за них здоровьем или жизнью. Прописная истина, но не все ей следуют. Электромонтер района электроснабжения Калуга ЧС-58 Внуковской дистанции электроснабжения Московской железной дороги Александр Иванович Васильев уже больше никогда не выйдет на работу, которой посвятил 17 лет. Никогда не увидит жену и сына. Он погиб на рабочем месте, выполняя работу на станции Муратовка. Все начиналось как обычно. Ничего не предвещало беды. Начальник района электроснабжения Калуга Буланда выдал производителю работ электромеханику Розанову, имеющему группу 5 по электробезопасности, наряд допуск на производство работ по текущему ремонту КТП-65П, обогрев стрелочных переводов, Вяземской горловины станции Муратовка. Буланда дополнительно дал устное задание – переключить кабель электрообогрева с гребенки КТП, расположенной снаружи высоковольтного отсека КТП, и завести его снизу низковольтного отсека. Допускающему членом бригады был назначен электромонтер Васильев. Он имел группу 4 по электробезопасности, до и выше 1000 вольт. В 12.00 производитель работ Розанов и электромонтер Васильев на автомобиле ГАЗ-3301 прибыли на станцию Муратовка. В 12.10 Розанов сделал запись о предстоящей работе на станции Муратовка в журнале формы ДУ-46. В 12.19 Розанов по телефону, находившемуся на посту ЭЦ, позвонил энергодиспетчеру Моторкину и запросил разрешение на работу по наряду номер 16. В 12.20 энергодиспетчер Моторкин выдал разрешение производителю работ Розанова на работу по наряду номер 16. Бригада проследовала в район контактной сети Муратовка, ЭЧК-116. В 12.50 бригада на автомобиле прибыла на место работ. Около часа дня производитель работ Розанов на автомобиле стал заполнять оборотную сторону наряда, а допускающий Васильев направился на КТП для подготовки рабочего места. В днище РЩ 0,4 кВ КТП было с помощью зубила уже проделано отверстие для ввода низковольтного кабеля. Васильев отключил разъединитель РП-КТП-63-10-10. И тут он совершил непоправимую ошибку. Не убедившись в отключении всех ножей разъединителя, Васильев поднялся на КТП и приступил к работе по демонтажу низковольтных шлейфов, проходящих через высоковольтный отсек. Находясь на заземленной конструкции КТП, Васильев коснулся нижней части проходного изолятора, находящейся под рабочим напряжением 10 кВ, и был смертельно поражен электрическим током. Находясь в автомашине спиной КТП производителя работ Розанов, услышал шум, оглянулся и увидел на земле лежащего неподвижно Васильева. Все меры по его спасению не привели к положительному результату. Прибывшие около 14 часов врачи скорой помощи констатировали смерть Васильева. Если бы Васильев строго соблюдал правила электробезопасности, то при проверке отключения всех ножей разъединителя с помощью индивидуального сигнализатора напряжения типа УВНК-10Б увидел бы, что один из них из-за излома изолятора не отключился. Только ведущая часть оборудования, которая должна быть отключена, осталась под напряжением. Васильев не убедился в отсутствии напряжения и не установил переносное заземление. Основные причины несчастного случая. Неудовлетворительная организация работ. Невыполнение организационно-технических мероприятий в полном объеме. Несогласованность действий производителя работы и члена бригады. Несоблюдение пострадавшим требований правил электробезопасности. Неиспользование пострадавшим электрозащитных средств.